Приветствую всех, кто смотрит. Это Кот, это Рим 2 Total War, легендарный уровень сложности, война против всех за Рим Юлиев. И у меня продолжается тут обратный захват Италии. У всяких врагов Брундизи стоит. Деньги есть, сейчас будем разбираться, блин. Жуткие проблемы с рабами, жутчайшие, потому что я постоянно все граблю. Так, на мой взгляд, динамичнее, но, блядь, сами видите, какой пипец. Так, Нория. Греция и Норик, это у меня кто? А, Октодур у меня есть, вот он. Она очень вытянутая такая провинция, то есть это Кория, это Нория. Вот так вот, аж через все горы идет, да? И здесь траблы, гребаные рабы. Ох. Я, по-моему, уже всеми агентами походил. Да, вообще всеми агентами походил. Вообще непонятно, как спасаться от всего этого пиздеца. Я еще не походил, по-моему, всеми армиями. Или походил, да, посмотрим. Ты давай, ты... О. Да, вот у меня есть всякие... Кораблики. Атлантический. Можно здесь, кстати, нанять каких-нибудь хороших таких тяжелых кораблей с пехотой. Пока что нечего топить, да? К сожалению, мой полководец не умеет ночные атаки. Легион Бибракта уже кого-то убил. Это кто такой? Это Ваугилии, да, они сейчас все идут к Паритонию. Пускай идут. Легион Сицилия. Надо же, он прям так и называется, Сицилия. Вот легион Сицилия, кстати говоря, у меня тут стоит целенький. У меня восстание рабов на следующий ход. Причем это восстание, скорее всего, где-нибудь тут возникнет. Давай-ка я соберу войска. Дом Юлиев, Скавр. А, это был флотоводец, насколько я понимаю, да? Да. Такое дело. Надо нанять парочку отрядов. Наемных ветеранов гоплитов, например. Пельтастов, например. И вот всю эту канитель. Ну и на будущее легионеров. Если возникнет рабы где-нибудь здесь, они могут, конечно, на Сиракузы напасть. Я постараюсь с ними разобраться флотом. И гарнизоном. Здесь какие-то есть хотя бы гарнизонные войска. Если на Лилибей, то понятное дело. Короче говоря, Грецию есть шанс защитить без проблем. Греций Норик здесь я уже ничего не защищу. Здесь около Октодура появятся еще рабы. Помимо вот этих. И вот этих. Бельгика здесь. Августа Треверорум, да? Это я не уверен, что я это удержу вообще. Но на следующий день тут ничего не возникнет. Кроме трущоб, может быть. Египет минус 24. А здесь у меня что будет? Восстание рабов на следующий ход, да. Но это плевать. Он, скорее всего, около Мемфиса возникнет. Поэтому наплевать. Цезальпийская Галлия здесь не будет на следующий ход восстания. Тут два хода, да? Да. Квитания тут растет порядок. Вот здесь Кельтская Галлия. Здесь у меня тоже рабы возникнут. Следующий ход. Если это будет около Бибракта, я отобьюсь. Если около Цинабума, отобьюсь. Около Намнета, отобьюсь, скорее всего. Мавритания растет. В Греции мы уже разобрались. Нижняя Германия здесь пофигу. Великая Германия тем более. Италия здесь не будет. Лузитания везде растет. Ливия минус 103, блядь. Здесь, пожалуйста, около Кирены мне насрать, около Угилы насрать, Паритонии сколько угодно. Его все равно у меня заберут, скорее всего. Карфагеника минус 1. Вот это плохо, но будет плюс 1. Вот. И можно бахнуть еще вот эту штуку на самом-то деле. Пища, блин, уменьшится, но... Доход из всех источников, всякая такая фигня увеличится. Вот, будем держать в уме это дело.
А, у меня еще здесь и боссами растет, поэтому нет. Мельком, значит, по восстаниям я пробежался. Теперь давайте по угрозам вражеских армий. Пробежимся. На Висонтио, если вот эти придурки нападут. Висонтио у меня очень маленький гарнизон. Но шансы есть. Как ни странно. Августа Треверора мне плевать. Вибракта отобьется. Немес, не знаю, возможно, тоже вот от этих вот дебилов. Этого я задержал на Крит, по-моему, да. Здесь легион Бибрактом можно было бы подулучшить, кстати говоря. Вот так. И где-нибудь... А, вот в Немесе, кстати, я наберу, наверное, еще один стек. Как раз по случаю, что вот эта армия сюда придет. Стоимость боевой дух всех отрядов, боевой дух рвения плюс один, шанс прямо обороне. Хм. Другие дома, дом Юлиев, дом Юниев. Давай дом Юлиев. Возьму конницу, пригодится. И найму легионера. Ну вот, можете наступать, твари. Можете наступать. Следующий ход у меня 7000. Постройки всякие идут. Ну, кое-где отнимут у меня поселение. Будет, в общем, весело сейчас, я чувствую. Да-да. Три восстания должно быть. Два, три. Да, три восстания рабов. Вот и македонцы выплыли трандюлей получать. Ожидаемо. Египет сейчас должен забрать свое это говно. Паритоний. Забирай, пожалуйста, не жалко. Сейчас еще рабы тут где-то возникли, скорее всего. Хотя я не вижу, если честно. Я и там не вижу нигде рабов. Ага, то есть вы такие, типа, почувствовали себя бессмертными. Бактрия бегает зад-назад, но... Они долго тут уже. Смотри, уже я Бактрия, я даже с ней не воевал ни разу, они какие покоцанные. Их потом просто, этих лещей пораздавать под затыльников, они разбегутся. Федерация кельтов, у них очень большой флот где-то плавал там в районе Брундизия. Пока не показывают его. Пока показывают такие же тупорылые армии, которые получают повреждения. К Массалии бежит это дерьмо. Ну, конечно, он увидел, что я там армию набрал и побежал к Массалии. Афины, я тут две армии у них около Паттайи грохнул. Мне интересно, вот эта армия арабская, около Вольтеры, которая сформировалась, куда пойдет? Каппадокия. У них такая же история, как у всех этих пустынных идиотов. О, далматы напали на рабов, надо же. Дались вам эти рабы. Ладно, это ваши проблемы. Норик бежит куда? На Октодур, что ли? А нахер он тебе нужен, этот Октодур? Нет, ну забирай, конечно, если он тебе сильно нужен. Сам с рабами разбирайся. Здесь рабы рядом стоят, он на Октодур нападает. Ну не дебил. Я его забирал только, чтобы разграбить. Ну и рабы пошли ураганить. Так, далматов в ответочку. И это куда? А, вот сука. Ну понятно, короче, напал. Нихера себе, блядь, армия. Напал он на Сиракузы как раз. Мне Сиракузы отдавать ни в коем случае нельзя. Вообще это противопоказано, потому что... Потому что там житница моя. Деньги, деньги. Фу, блядь, деньги, пища. Поэтому мне сейчас надо будет это все дело расстреливать. Но у меня, слава богу,
Флот здесь, блядь. Тут всего три баллисты всего. Я рассчитывал побольше, ну постреляем. Ладненько, встретимся на поле боя. Ах, короче, силы, конечно, блин, жутко неравные. Ну, попробуем. Расставил я уже все это. Давай-ка высаживайся. О, давай сюда высаживайся. Блять, сука, ему уже нельзя, что ли, отменить? Ёбака. Ладно. Хорошо, тогда, в принципе, можно вот так вот сделать. Вот. Перестроить немножечко. И эвокаты тут, да? Вот этих ребят сюда поближе, чтобы они могли стрелять. Девей. Подплывай немножечко. Развернитесь, блядь, потому что что-то там... Мне кажется, он прилетит. Да-да. Ну, неплохо вообще, по-моему. Так, а вы чё, придурки, пересрались? Не бойтесь. Ну да, они с двух сторон нападают, как я и ожидал. И тут ничего удивительного, торренская конница. Стреляю вот сюда вот, не выдумывай. Они, кстати, близко не подплывают к моим этим. Ух ты, хорошо. Так, пока не стреляй. Ну, неплохо, неплохо, должен сказать, получается. Так, стоп пока, не ффш. Корабли стреляют кто-нибудь? Не, а вообще никто не стреляет. Потому что радиус очень маленький, вот здесь вот практически. Еще будет кто-нибудь стрелять? Не, никто не будет, походу. Даже если я поближе подплыву, никак вообще. Нет, 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 стой. Стой нахер. Что-то вообще не реагирует на меня, да? Так, ну и... Колеблются. Уверены. В чем вы там, блядь, уверены? Выйди отсюда пока... И ударь в спину этим мудакам. Пока никого рядом нету. Все будет хорошо, я думаю. Кто там стреляет? Башня, что ли? Она стреляет, даже будучи просто припаркованной. Прикольно. Не знал. Хорошая тема, кстати. Так, ну и ты тогда так же сделай.
Отлично. Ух ты, хера себе они там. Ого. Так, окей. Давай попробуем тогда их выкурить оттуда. Как-нибудь. Если получится, конечно. Гоплиты, гоплиты, тарантийская конница. Здесь какой-то полный П. Может быть, отсюда стоит пострелять по ним? О, еще здесь кто-то есть, бля. Полный стек, ничего не скажешь. Вариант вообще-то тут застрельнуть или далеко? Едва-едва, да? О, не? Ну, может, вариант, но не отсюда, короче, я понял. Сейчас, короче, я оплыву это дело и пока на запись на паузу поставлю. О, отлично, я отсюда достаю по вот этой куче моле, блин. Куда вы там стреляете? Сюда стреляете. Или не достаю? Достаю. Сейчас они тут немножко разбегутся в стороны. Прикольно, там даже попал по кому-то так мощно. Давай по гоплитам. Отлично, красавец. Только я, блин, свой город собственный покоцаю, я так чувствую. Вообще очень хорошо. Из 80 уже, блин, почти 30 человек грохнул. Это, кстати, полководец, по-моему, да, Афанасий? Да. Так, теперь давай сюда. Так, этому развернуться надо, по всей видимости, потому что он что-то... Ух ты! Замечательно. Прямо в мясо туда. Разворачивайся, пожалуйста. Довольно неплохо тут. Повреждения они нанесут. Вообще огонь, посмотри. Блять. Ой-ой-ой-ой-ой. Рабы. Где вы только оружие взяли? Посмотрим, куда он сам захочет стрелять. Ну отлично же. Ладно, я пока на паузу поставлю. Вроде спровоцировался кто-то. Наконец-то. Ко мне идет? Нет, вот он стоит. Блять. Какого хрена? А, они решили дислокацию поменять. Мне, кстати, нехило так уже убийств-то, да, на этих. 134, 150, 238. Норм вообще, ладно. Сейчас я тоже поменяю дислокацию. Они тут еще интересным образом по бережочку встали, я своих стрелков тогда подведу. А что они там простаивают? Давайте, давайте, сейчас еще получите пару пилмов. Они, конечно, сразу побегут, но я потом включу здесь. О, они даже не стали дожидаться, пока эти стрелять начнут, что ли? Удивительное дело. Какая сознательность. Огонь, ёпперный театр.
Ну вы, блядь, даете. Вы стрелять будете? Чего вы стоите-то? Вы же достреливаете. Наконец-то. Хоть какой-то залп, что ли? Отлично, я считаю. Был полный стек. В смысле, полная пачка была. Все равно они бегут на море, бля. Вот так. Давай-ка туда огонь. Уи. По пельтастам. Я не знаю, короче, куда хотите стрелять. Вообще, я решил немножко в атаку пойти, потому что тут можно, блин, до конца таймера так отстоять. Надо хоть чуть-чуть сделать вид, да? Что я их убить хочу. Эти мои все еще стреляют. Не знаю. Стреляй куда хочешь. Что, он ломанулся прямо на этих, что ли? Прямо на моих вигилов. Вообще без стеснения абсолютно, блин. Че они такие твердые? Мочи. Да пипец, блин. Вы что, конюса убить не можете, блин, всей толпой? Вот же он. Два дауна им вообще нельзя давать. Стрельба без приказа. Наконец-то. С какого перепуга я себя блобом таким чувствую? Вот я просто иду, и такое ощущение, что у меня вот войск дохерища. Хотя на самом деле дохерища было у них. Давай здесь закрою проход. На всякий случай. А вот этого сюда. Сколько еще патронов, интересно? Нормально еще. Стрелять будем. Стоп. Да вы стреляйте, конечно, я вообще не против. Я только в черепахе, мне пофигу. Дай-ка я высажу еще парочку стрелков. Тут некуда. А вот сюда. Сейчас пельтастов смайнаю. Потому что они уже больше не стреляют, да? Стоят на месте. У меня еще патроны даже на баллистах есть, прикольно. Здесь еще дофига народу на самом-то деле, да? Какие-то пельтасты, Афанасий еще живой относительно, ну покоцанный, конечно. Что-то они какие-то, блин, пельтасты мощные. Их даже не пробивают мои дротики. Срай на щит принимают, а? Снял. И задергались сразу.
Они, кстати, на пельтастов не нацелены были, они по автомату стреляют, поэтому подошли сюда граждане-всадники, убили их, подошли следующие граждане-всадники, убили их. Сюда, пожалуйста. И вы тоже сюда, пожалуйста. Есть контакт. Рабы гребаные, тупорылые. Так, отводим это добро. Подводим этих. Отойдите-ка вот подальше. Вот сюда. Блин, не мешайтесь, твари. Следующий. Ха. Дурачки, блин. Так, эти в атаку пошли. Хорошо. Так, хорош. Так, подожди, знаешь что? Давай-ка лучше вот сюда вот подойдете, и еще мы постреляем по площади с отсюда. Вот отсюда. Блядь, у меня 3 минуты осталось, не успею их перебить. Ну ничего. Я считаю, что я все равно победил. У них уже осталась-то хуйня. Тык. У меня тяжелая пехота, еще куча целая. Это что такое еще тут? Живое что-то? Главное, не забывайте, кто кого атакует. Ребята, вы меня атакуете, а не я вас. Давай тоже мимо пробегаем. Это дерется, что ли? А что так плохо-то? Да бля, аккуратней. Давай-ка копейщиков чисто для того, чтобы отвлечь их. Че тут убили, что ли, моих этих? Че у них за гоплиты-то такие, блядь? Давай вот так она. Толпа, пофиг на нее. А, это время закончилось? Ну ладно, неважно, я бы все равно победил. Ну вот, получается, у них 1400 потерь, у меня 374, вообще ни о чем. Осталось у них 600, у меня 1800. У них, смотрите, кавалерия почти вся нахрен, да? Не, почему почти вся? Вся, кроме полководца. Отлично. Уменьшили поголовье рабов. Еще будут рабы сегодня нападать на меня? Ой, блядь, это что? Это на что напали? Это, по всей видимости, на Висонтио напали, на этот самый, на город со стенами. Какие-то... Па-па-па-пам. Ну, пускай, давай, 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 давай. У меня тут войск почти нет, но будем посмотреть, они покоцанные там все. Вот этих штук отключаем. Все-таки у меня стены, все-таки это башни. Где? А, вот эту вот штуку, да, надо держать.
Ну, вот здесь пускай мои мобы стоят. На всякий пожарный. Бля, вот это вот опасно, присягнувшие. Вот это самое опасное. Все остальное это херня. Кельтские юноши. Это юноши, это, по-моему, вообще стрелки, да? Да. Ну и кавалерия, плевать на нее. Давайте подходить. Ну вот они практически тут. А, отходим. Это я понять не могу, блядь. А где мои... Ёпа-мать, ты что здесь делаешь? Пиздец, я как-то его сюда засунул нечаянно. Ты что, издеваешься надо мной? Вот реально. Какого хера ты растянулся, как сосиска? Блять, он уже вышел, ты посмотри на него. Ну как так-то? Я не понимаю. Так, тут вообще есть, но они их перебили довольно быстро, да? Давай-ка сюда. Это что такое? Кельтские войны. По ним так нехило вообще прилетает. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блять, расстреливают тут. Вон, по копейщикам стреляй. Они свои же стреляют, блядь, по своим же. Дай-ка я включу нормальную скорость. Гребаные кельты. Это присягнувшие полезли? Нет, копейщики какие-то. А где присягнувшие? Где-то они тут должны быть. А, вот он и лезет сюда. Еще не лезет, но скоро залезет. Стреляй по нему. Самый опасный тип Элла. О, эти только тут, да, подбегают. Правильно отбегаешь, молодец. Блять, ты сука тупая, ну серьезно. Это что такое? Кельтские войны, 75 рыл. Стреляй, стреляй по посягнувшему. Этот, блядь, не спешит, гондон. Я думаю, что за херня, блин? А он пешком идет. Норм. Сейчас спускайся вот сюда. Сука тупая, блядь. Вигилы ни хера не сделают. Конечно, полный п, блин, если честно. По всей видимости, я проиграю таки. Отряд присягнувших даже еще в битву не вступил, а мне уже нехорошо. 118 человек. Они стояли все это время под вышкой, и им насрать. Абсолютно. Так, ты можешь спуститься? Как ты пойдешь? Блять, хуй тебя знает, как ты пойдешь. Ну, короче, как-то пойдет. Так, что, ворота их уже? Нет, они их будут сейчас сжечь. Ха, а ворота открылись какого-то хрена. Это потому что кто-то убегает. И они не смогут сжечь сейчас, да? Нет, жгут потихоньку.
Так, мой полководец еще норм такой пацанчик вообще. Еще справляется. Здесь как у вас дела с этими копейщиками? 36, а у вигилов активная ничья. Блять. Где в какой-то жуткий обход побежали. Вышка все еще стреляет по ним. Непонятно. Так, ты можешь кого-нибудь убить, а, пожалуйста? Как вообще битва проходит? Вы что-то стоите, ни хера не делаете, по-моему. Надо протащить их. Да, cut them down. Очень правильно. Во, другое дело. С кем они тут рубятся? С кельтскими воинами? Ну, пускай. Я их не буду отвлекать. Так, хорошо. Копейщики колеблются. Протаскиваем. И теперь рубим. С тобой-то что не так, блин? 23 человека еще. Кого ты испугался? Кельтских юношей 16 человек, что ли? Во, другое дело. Присягнувший сюда почему-то ушел. Блять. Ёпта, как они так быстро бегают? Отвалите от меня, суки! Они чаржат на меня, да? Так, теперь иди этих убей. Сука, он их почти опрокинул, а? Стрельщиков в спину стреляю, блядь. Это вообще просто песня. Чего не скажешь. Потому что иначе плебс не справится. Давай, давай, убей кого-нибудь, ну. Есть. Умирают потихоньку. Твари, все, есть, отлично. Теперь нужно кинуть пару. Стрел в присягнувших. Не знаю, что они тут стоят, они ждут, пока ворота откроются. А ворота уже почти... Нет, 40% еще. 40% это херня. Так, присягнувшие, давай. Как раз спиной стоят. Да бегом же ж. Уж не знаю, что они тут застыли таким образом. Баг какой-то. Чего вы тут стоите? Вам что, подраться не с кем, что ли? Блять, никого не убили до сих пор. Я херею. Кельтские войны. Присягнувшие 114-113. Ну, кого-то убивают. Я не думаю, что я 111 эвокатами, уставшими, убью 112 присягнувших плюс 62 воина. Это как-то нереально, мне кажется. Но вообще здесь на стене больше делать нечего. Поэтому уходим сюда. Единственное, как бы вы здесь стойте спокойно. Не давайте захватить ворота. Они же стоят тут, ворота захватывают, типа. Сколько там осталось ворот? Они херово очень. На самом деле жгут их.
О, у меня еще здесь есть какие-то войска. Все выкинул, да. Печаль. Если жив и здоров. Куда ты, блядь, идешь? Ладно, иди сюда тогда, хер с тобой, золотая рыбка. Настойчивый какой, а? Молодой человек. Так, уставшая. Почему ты уставший? Ты можешь отдохнуть? В конце концов, сколько мы уже тут стоим? Сейчас идем на последний бой, сука, с присягнувшими, которые, скорее всего, перерубят вообще всех. Просто. И правых, и неправых. Очень уставшие, блядь. Истощенные, уставшие. Те активные. Я надеюсь, что я отдохну быстрее, чем у меня ворота сгорят. Это будет очень обидно. А эти пешком идут, им похуй. Замечательно. Хорошо, хоть ты через эти ворота не догадался выходить. Вот серьезно. Так, тут, кстати говоря, очень неплохо всадников расстреливают мои башни. Сколько там ворот? Скоро уже сгорят. Как мои вакаты, уставшие. Сука. Конечно, легкие всадники не то чтобы, блин, там прям погоду сделают, но... Неприятственно, конечно. Уставшие. Блядь, ты отдохнешь наконец или нет? Сколько можно-то? Они вообще не устают, в смысле не отдыхают абсолютно. Вот они вот измотаны и все, на постоянной основе. Короче, пошли, похер, надоело. Значит, уже ворота сгорят. Усталость, херня. Так, я хочу сначала проатаковать здесь в спину. Они повернулись, да? И теперь отсюда в спину. И теперь еще отсюда. Ну, пипец. Он включил все, что можно было включить, блять, у него вообще. О, жесть просто. Просто всех вырубает нафиг. Бам-бам-бам, один за другим. Спускайся. Ворота открылись. Ну ладно. Давай, плебс, туда же. Может, отвлечешь кого-нибудь. Ты кто? Тоже плебс. Тоже сюда. Погибать так с музыкой. Сразу заморгал. Только прибежал, видимо, там кому-то. Как дали в зубы, у него башка отвалилась, блин. Вроде их обхватываешь, обхватываешь. Они все никак не обхватываются. Уже все заморгали. Да. Все. Неубиваемые просто, блядь. Атака с тыла, с фронта. Да срать им. Да погибайте уже, господи, что ж так долго-то? Ну, вроде вот-вот, сейчас уже все, склеился. Тяжелая победа врага. Ну да, они 1231 потеряли. Я только гарнизон убивался. Но они ничего с Висонтию не сделают, только его разграбят, и все.
героическое поражение от рабов. Тут вон 321 нахерачил этот упырь. Это причем, что он вступил в схватку там одним из последних. Мои тоже по 300, конечно, надолбили. Мечнички мои. Ну ладно, еще рабы будут, да? Ну да, что он с Висондией сделает? Ничего. Пошел дальше. А здесь уже хер, извините. Здесь уже хер. Здесь армия в гарнизоне огромная, поэтому сосямба тебе. Первая победа на атакующем режиме. Пошел отсюда. Нормально. Бить пленных. Поселение разграблено. Висонтио. Повыздоравливали агенты. Восстание рабов в Египте. Ха-ха. Так, а что, восстание рабов в Египте не было, что ли? Извините. Еще. Должно было быть. Хм, странно. Ну, ладно. Я думаю, что он в Мемфисе будет. Я думаю, что... Мне здесь париться не надо, здесь пускай сидит легион Мавританика, все, все хорошо. О, куча всего построилась. 10 тысяч, 6 тысяч у меня есть в доходе, но это немного на самом деле. Будем продолжать грабить. Давайте посмотрим, что у меня тут еще. Больше всего, конечно, вот здесь Италия волнует. Здесь рабы даже сыграли... положительную роль даже, можно сказать, да? Мне Реминум бы забрать, кстати, себе, чем он вообще, в конце концов, не мой до сих пор. А, и тут я выдержал. Хорошо, но в Сиракузах по-прежнему минус 42. Это дичайший вообще беспредел. Налет минус 20. Где это вообще происходит-то? А, вот это ублюдок, что ли, налет мне устроил? Сука. Так, я не могу до него достать. Блять, как обычно, конечно. Вот эту херню все я убираю. Ибо нефиг. Этот придурок, скорее всего, нападет опять сюда же. Куда ему еще деваться? Блин, а с чего начать-то? Бибрактовский легион почти целый. Я могу Потави взять, но это бессмысленно. Мне нужно вот эту всю шелупонь раздолбать. Сейчас раздолбаем, короче. Что там, господи? Дакции, диверсия, отравление. Отлично. Кстати, еще у меня с порядком? Минус 10. Ну, кстати, это более-менее. Вот, Вольтера. Бах. Бах. Да. Так, это все на порядок, на порядок. И здесь тоже на порядок. Деньги почти кончились уже сразу. Сходу. Может, придется что-то отменять, может, придется что-то грабить. А... Не знаю, короче, давай-ка. Так, давай быстрее. Ему помогают всякие придурки, но меня это вообще не волнует. Я даже вот включу режим нападения, чтобы всех убить. А давай. Готов. Ага, этот остался живой, да, падла? Тихо-тихо. Тихо-тихо. Вот. Армия в гарнизоне говно, потому что у них какой-то там... голод или что-то вроде того. Шесть тысяч, отлично. Шесть тысяч я заберу. Несмотря на то, что это опять понизит порядок у меня в Италии. Минус 59. Восстание на следующий ход. Хе. Но все равно. Рост, доход и земледелие. Это срать.
Вот так. Если я Италию исключу через два хода, во. Видите? То есть можно как-то поднять немножко. А если я, допустим, поставлю вот такой плюс еще в Италии, бом. Минус 57. Бум. И еще одного. Сейчас у меня минус 57. Еще раз. Бах. Минус 61, сука. Ты что делал? Ты что сделал? Гондон. Пенис, блин. Непонятно. Какого он хрена сейчас вот такое сотворил тут? В Неаполисе 9, в Альтере 11. Нормальный хоть гарнизон тут или раздолбанный? Раздолбанный. Сука. Еще рабы будут. На Геную нападет? Может. Да нет, это отстой. Надо будет время сейчас еще делать один легион. Ценобум где? Тут. Это Ванючка подплыла совсем близко, но это не волнует. Давайте, короче, мне нужно чпокнуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот этот флот и потом вот, это, вот этих вот ублюдков. Вот, ну ладно, я... Уже достаточно давно играю, поэтому пока что этого хватит. Всем спасибо, кто смотрел. Это был Кот, это Рим 2 Total War. Легендарные сложности за Рим Юлиев, война против всех. Лайк, подписка, все дела, и посмотрите вот эти видосы. Всем пока.